Итак, мы с вами на мосту Лондон-Бридж. Вот у нас тут такой сервис. Видите, в таких каретах велосипедных катают людей. Я просто сейчас вас проведу по ночному Лондону. Вот мы сейчас, видите, впереди нас колесо обозрения Лондон Айс. Вот красивая подсветка, это музей, где можно посмотреть морских рыб. Океанариум, наверное, аквариум называется. Ночная Темза. Мост Лондон-Бридж. Сейчас мы с вами вот пройдем до... по набережной тут. Она красиво оформлена, видите, фонариками. Конечно, я вам хочу сказать, что в большой туристический сезон здесь не протолкнуться. Здесь просто не продать. Здесь такое количество людей гуляет. Это что-то. И поскольку вы видите, сейчас практически пусто, об этом можно судить, что бизнеса туристического в Лондоне его практически просто нету. Конечно, приезжают единицы, но я предполагаю, что это, конечно, в основном люди приезжают по бизнесу. Очень жаль. Не знаю, доживем ли мы, дотянем наш бизнес до того момента, когда откроют границы. Смотрите, музей поменял цвет, видите? Красиво как. Вообще, конечно, гулять по Лондону красиво. Конти Халл. Посмотрите, какая красивая ночная подсветка. Вот наше колесо. Ну вот еще пару дней назад, по-моему, я видела, что оно вращается. Не буду утверждать. Сейчас подойдем ближе, посмотрим. Ну, скорее всего, конечно, ночью оно закрыто. Хотя раньше ночные обзоры тоже были. Можно было подняться, ночной Лондон смотреть. Вот продолжение музея. Вот он меняет окрас. Цвет, видите? Красиво как. Машинка продает свежее пиво и коктейли. Ночная Темза. Слышно, как уточки. Уточки каркают, видите, крякают. Вот еще один трейлер стоит. Мороженое. Здесь продают мороженое. Видимо, они еще только закончили работу. Вон девушка моет к новому рабочему дню. Да, работает, работает колесо. Ну, оно стоит сейчас, уже не крутится. Но вот только что голос из мегафона дал оповестительную информацию для пользователей. То есть на ночь его остановили. Вот напротив колеса вот такая аллейка красивая. С украшенными деревцами. Вот нога, колесо, которое держит его у основания, на которой вот оно все держится. Оградительные барьеры стоят.
Таки все-таки оно работает. Вон охранник стоит. Ждет еще, видимо, людей, наверное. Не знаю, зачем он там стоит. Так что да, туристы, приезжайте в Лондон, работает колесо. Туристический бизнес пытается встать на ноги. Ну вот, собственно, немножко по набережной мы с вами прогулялись. Пока!